проехал по городу Краснодару, посмотрел, что здесь действительно предпринимаемые меры, они на сегодняшний день пока еще не имеют того эффекта, и пропускная способность дорог осложняется толщиной заносов, высотой заносов снежного покрытия. Поэтому в первую очередь сейчас необходимо посмотреть, как усилить дорожников. Обратитесь к строительным отрасли, к строительным компаниям, у них достаточно много сейчас техники, но наличие есть. Может быть, нам дадут, соответственно, КАМАЗы для того, чтобы мы уже вывозили, потому что то, что мы, техника работает и, соответственно, делаем отвалы, но, конечно, снег мы хотим вывозить, места мы определили.